всем, меня зовут Настя Колпакова, и прямо сейчас я расскажу вам прогноз синоптиков на 11 июля. Это программа «Ну, погода». Ну, поехали! К нам наконец-то пришла жара, и хотя в четверг будет облачно и лишь иногда будет проглядывать солнце, тепло от нас никуда не уйдет. В Кургане ночью температура воздуха +22, +24, а днем воздух прогреется до 29 градусов. Ветер будет обдувать нас с юга со скоростью до 10 метров в секунду. Осадков не ожидается, но это не точно, сами знаете этих синоптиков. В Шадринске температура воздуха днем будет +24, +26. Говорят, утром начнется дождь, а к обеду придет гроза. Но к вечеру должно все стихнуть. В Долматово и Катайске +24, +26. И тоже дожди. В Петухово будет супер. +28 градусов тепла и ни единого облачка. На севере области, в Шатрово, местами пойдут дожди и грозы, а температура воздуха днем +26, +28. На сегодня у меня все. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока!